В среду 22 января губернатор Рязанской области Олег Ковалев посетил Рязанскую чайную фабрику, основным видом деятельности которой является фасовка и реализация чая. В новом году продукция Рязанской чайной фабрики будет представлена на Олимпиаде в Сочи 2014. Предприятие поставит в Сочи 32 наименования чая из серии «Старинные города Руси». Мне это очень приятно тоже, что рязанские бренды будут участвовать в презентации Сочи как столицы Олимпиады своей продукции. У нас не только вот чайная фабрика или чай-развесочная фабрика будет там участвовать, у нас и другие бренды будут участвовать там, и конечно, как губернатор, я доволен, рад этим, вот, и горжусь этим. Думаю, что и рязанцы тоже будут гордиться тем, что продукция, произведенная в Рязанской области, будет представлена на Олимпиаде всему мировому сообществу.